Пользуясь присутствием прессы, хотелось бы, чтобы вы еще раз предостерегли наших граждан, рассказали вкратце, как реагировать на подобные звонки, куда обращаться и какие действия предпринимать. Ну, сразу хочу сказать, что сейчас с нами развернут большой фронт пропагандистской работы. Работа она продолжается в плановом режиме по обходу всех индивидуальных предпринимателей. Значит, из 200 автобусов везде расклеены листовки информационного характера по предупреждению. В 19 автобусах идет по видеоролике текстовые предупреждения. Значит, эту же работу мы провели и в крупных торговых центрах. Но прежде всего, тут, скажем так, если коротко останавливаться, рекомендация одна. Поскольку мы уже встречались и с банковскими работниками, и со службой безопасности банка, значит, я хочу прямо заявить, что они наотрез отказались проводить информирование. То есть они не дают возможности нам в банковских учреждениях и в местах, где производится съем денежных средств, расклеивать данную информацию, поскольку считают, что данная информация она ставит под сомнение, соответственно, безопасность данных организаций. Рекомендации основные – это никому ни в коем разе не давать реквизиты своих банковских карточек, номеров. Тем более, если поступил звонок такой, можно положить трубку, на любой карточке написан номер организации того или иного банка, номер телефона службы безопасности, можно перезвонить и поинтересоваться по, скажем так, передвижению или по движению денежных средств на текущий период. Все. Другой рекомендации быть не может.